Интернет-пользователи сегодня активно обсуждают новый медиаэкран на стадионе ФК «Краснодар». Видео тестовых запусков огромного медиатабло площадью почти 5000 квадратных метров и обзором на 360 градусов попало в сеть. Видео завораживает. Это по-настоящему грандиозное зрелище, пишут пользователи в комментариях. А я напомню, что строительство домашнего стадиона «Быков» идет с 2013 года. Обещают, что это будет одна из самых красивых и функциональных арен мира. И главное, исключительно футбольных. Ее вместимость порядка 33 тысяч зрителей. Трибуны будут закрыты и оснащены системой инфракрасного обогрева. Технические возможности стадиона позволят принимать матчи любых турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Внешнее сооружение напоминает Колизей. Закончить его планируют не позднее сентября, заявил владелец клуба Сергей Галицкий.